Да, в общем, еще раз добрый вечер. Мы со всеми виделись уже. Мой доклад расскажет немножко о лабиринте Египта. На самом деле это достаточно знаменательное такое сооружение древности, о котором, как оказалось, знали многие заслуженные деятели того времени, историки, тот же самый Геродот, и после него вот, бывали там, но это сооружение считалось утраченным. Безусловно, лабиринт Египта – это не совсем чудо света, то есть мы знаем, что чудеса древнего мира, их всего семь, из которых только одно сохранилось. Это колосс Родосский, сады Семирамиды, статуя Зевса, храм Артемида в Эфесе, Александрийский маяк и мавзолей Галикарнаса. Соответственно, седьмые – это пирамида Хеопса, единственная, которая сохранилась для нас. Остальные были уничтожены либо землетрясениями, либо в результате каких-то набегов воинствующих культур, либо сожжены. Почему фраза «чудо света» относительно лабиринта сплыла? Дело в том, что современники называли этот лабиринт, восторгались лабиринтом даже больше, чем пирамидами на Гизе, в частности, Геродот. В принципе, история, которую я тут поведаю, она не новая, то есть ей лет 15, но как казалось, что даже люди, которые интересуются историей, интересуются Египтом, не всегда об этом слышали. Итак, что вообще из себя представлял лабиринт? Вернее, как его представляли историки, которые там были? Например, Геродот. Он пишет в своей работе «История». «Я видел этот лабиринт. Он выше всякого описания. Ведь если бы собрать все стены и великие сооружения, воздвигнутые эллинами, то, в общем, оказалось бы, что на них затрачено меньше труда и денежных средств, чем на один этот лабиринт. Конечно, пирамиды – это огромные сооружения, и каждая из них по величине стоит многих творений. Однако лабиринт превосходит размерами и эти пирамиды. В нем 12 дворов с вратами, расположенными одни против других. Причем 6 обращены на север, а 6 на юг. Прилегая друг к другу, снаружи вокруг них проходит одна единственная стена. Внутри этой стены расположены покои двух родов. Одни подземные, другие над землей. Числом около 3000. Именно по 1500 тех и других. По надземным покоям мне самому пришлось приходить и осматривать их. И я говорю о них как очевидец. О подземных же покоев знаю лишь по рассказам. Смотрители египтяне, ни за что не желая показывать их, говорят, что там находятся гробницы царей, воздвигших этот лабиринт, а также гробницы священных крокодилов. Поэтому-то я и говорю о нижних покоях лишь понаслышке. Верхние же покои, которые мне пришлось видеть, превосходят все творения рук человеческих. Переходы через покои и извилистые проходы через дворы, будучи весьма запутанными, вызывают чувство бесконечного изумления. Из дворов переходишь в покои, из покоев в галереи с колоннадами, затем снова в покои, оттуда опять во дворы. Всюду каменные крыши, такие же, как стены. А эти стены покрыты множеством рельефных изображений. Каждый двор окружен колоннами из тщательно прилаженных кусков белого камня. А на углу в конце лабиринта воздвигнута пирамида высотой 40 оргий, с высеченными на ней огромными фигурами. В пирамиду ведет подземный ход. Оргии – это порядка где-то около 2 метров. Как я уже говорил, лабиринт считался утраченным. И именно лабиринт Египта считался в свое время прообразом известного лабиринта из греческих легенд, где по легенду, собственно, жил Минотавр. Тем не менее, в 2008 году пролетела такая информация, вкратце, что лабиринт могли обнаружить, и даже что от него сохранилось. К сожалению, на таких информационных сообщениях редко когда останавливается взгляд, даже вот можно проскочить мимо него, даже если ты интересуешься темой. Например, там в прошлом году были найдены вновь потерянные заново реликвии Диксона, которые могут говорить о том, что пирамида Хеопса даже по официальной датировке старше на 500 лет. Но тоже как-то она более-менее незамеченно прошла. И, соответственно, такая же тема была и с лабиринтом. Кроме Геродота, о лабиринте также писал историк Страбон. Говорил он следующее. «Кроме того, в этом номе есть лабиринт, сооружение, которое можно сравнить с пирамидами, а рядом с ним гробница царя, строителя лабиринта. Около первого входа в канал, пройдя вперед 30 или 40 стадий, достигнем плоской местности в форме трапеции, где находится селение, а также большой дворец, состоящий из многих дворцовых помещений, числом столько, сколько в прежние времена было номов. Ибо там находится столько залов, которые окружены примыкающими друг к другу колоннами.
Все эти колоннады расположены в один ряд и вдоль одной стены, которая подобна длинной стене с залами перед ней. Пути, ведущие к ним, находятся прямо напротив стены. Перед входами в залы находятся много каких-то длинных крытых сводов с извилистыми путями между ними, так что без проводника ни одному чужеземцу не найти ни входа, ни выхода. Вызывает удивление, что крыша каждого покоя состоит из одного камня, и что крытые своды в ширину точно так же покрыты плитами из цельного камня чрезвычайно большой величины, без всякой примеси дерева где-то или какого-нибудь другого вещества. Поднявшись на крышу небольшой высоты, так как лабиринт одноэтажный, можно видеть каменную равнину, состоящую из камней как такой же большой величины, и отсюда спуститься в залы. В конце этого здания, занимающего пространство больше стадий, помещается гробница четырехугольной пирамиды. Собственно, Страбон уже пишет о том, что лабиринт одноэтажный. И тут интересно то, что Страбон жил много позже Геродота, и сам в лабиринте не был, потому что лабиринт считался утраченным еще до нашей эры, до начала нашей эры. Далее он рассказывал о своих вот впечатлениях по каким-то слухам, по каким-то историям. И вот из тех трех историков, которые я здесь приведу, только Геродот был, собственно, свидетелем и сам заходил в этот лабиринт. Поэтому Страбон мог просто не знать о нижних этажах, о которых писал Геродот. И Плиний-старший, тоже знаковая фигура в истории, он тоже, соответственно, жил сильно позже разрушения лабиринта. Прошу прощения. И пишет следующее. Подробно описать расположение этого сооружения и каждую часть в отдельности невозможно, так как оно разделено на регионы, а также на префектуры, которые называют номами. Их 21, и отведено им столько же обширных помещений. Кроме того, в нем есть храмы всех богов Египта. Устав от ходьбы, попадают в эту знаменитую запутанную ловушку дорог. Мало того, что здесь и вторые этажи высоко на склонах, нисходящие 90 ступенями портики. Внутри колонны из камня порфирита, изображения богов, статуи царей, чудовищные фигуры. Некоторые помещения устроены так, что когда отворяют двери, внутри раздается страшный гром, а проходит большей частью в потемках. Тоже вызывает на самом деле такое удивление и, наверное, восхищение описанием и... Сложно бывает представить, как это смогло выглядеть. Первым, кто решил отыскать лабиринт, был археолог Карл Лепсиус. Вот, со своей командой он в 1843 году начал раскопки рядом с пирамидой Аменемхета III в Хаваре. Он считал, что именно эта пирамида описана Геродотом, и она именно стояла рядом с лабиринтом. В результате археологических работ он нашел ряд колонн, какие-то некоторые обширные сооружения, следы искусственного озера. И, в принципе, он склонялся, наверное, больше к тому, что это остатки лабиринта, но окончательно в своих вот отчетах, которые он предоставил, там об этом не сказано. То есть какие-то намеки есть, но отчеты были какие-то очень неполные, наверное, вот, по каким-то причинам. И окончательного ответа на вопрос тоже дано не было. Спустя 40 лет коллега Карла Лепсиуса Уильям Питери в 1888 году решил опровергнуть исследования Карла Лепсиуса и тоже начать работы археологические в районе пирамиды в Хаваре, чтобы, собственно, доказать, что лабиринта никакого там не было. Но оказалось все наоборот, и то, что Питери обнаружил там огромную каменную плиту, и по его расчетам там должен был зал быть где-то примерно 340 на 243 метра. Вот. И при этом он еще уходил почти на 2 метра в глубину. В этот момент Питри согласился, что это действительно остатки лабиринта, что лабиринт действительно разрушен, и перед ним не что иное, как фундамент здания, которое утрачено. Вот. А как, в принципе, происходило строительство лабиринта, согласно вот той информации, которая есть. Считают, что автором постройки лабиринта был Аменемхет III. Вот, он возле пирамиды, которую он воздвиг для себя в Хаваре, начал строить здание, потом объединил это в единую систему, и это потом стало лабиринтом. В принципе, Аменемхет III, он был представителем 12-й династии, вот, а работы по облагораживанию Фаюмского оазиса, где, собственно, находится пирамида в Хаваре, они были начаты еще во времена 5-й династии, и после того, как осушили низину оазиса, там был возникнут город Шедет, который был культурным центром для поклонения богу Себеку. Об этом чуть позже. Вот, собственно, у
Аменхета III был две пирамиды. Одна в Хаваре, которая приписывается ему, и вторая черная пирамида Дашури. Мы могли сегодня видеть ее, вот она, если вот стоите перед входом в ломаную пирамиду, вот, то она слева была, виднелась на горизонте, такая незрачная. По дошедшей информации, как считают египтологи, истинным захоронением фараона должна была быть именно пирамида в Хаваре, а пирамида в черной Дашури – это такое ложное захоронение. Вот, и именно из-за того, что фараон закончил работы по облагораживанию Фаюмского оазиса, начатые им задолго до него, вот, он решил там упокоиться именно там. Собственно, про Фаюмский оазис и про бога себя, как я говорил уже, город, который был воздвигнут рядом с Фаюмским оазисом, назывался Шедет, там поклонялись Себеку. Вот. И именно поэтому считается, что в лабиринте Египта было большое количество мумифицированных крокодилов, которые считались священными животными. Вот. Но примерно где-то в 20-30 километров от этого города позже был выстроен другой город, который назывался Гераклиополь. Вот. И там главным культом называется культ бога Херешефа. Вот. По основной версии разрушения лабиринта, именно конфликт между двумя культами привел к тому, что лабиринт был разрушен и, собственно, предан забвению, после чего разграблен, и там, на протяжении порядка 20 веков оттуда потихонечку камни утаскивали, вот, и строили какие-то сооружения рядышком. Опять же, есть информация о том, что на... Это примерная схема, как выглядел лабиринт. Это исключительно фантазия художника, который вот представляет эту картину так, потому что есть масса всяких реконструкций, и ни одна из них она, ну, не несет в полной мере какой-то объективности. То есть это вот отрывочные факты и фантазия. Вот. Однако считается то, что на входе висела надпись, которая гласила, что безумие или смерть – вот что находят здесь слабый или порочный. Одни лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и бессмертие. Много легкомысленных вошли в эту дверь и не вышли из нее. Это бездна, которая возвращает назад лишь смелых духом. Ну, достаточно такое, с одной стороны, пафосное, с другой стороны, мрачное описание. Мне немножко непонятно здесь, зачем оно вообще было нужно, если в верхние дворы пускали, ну, наверное, не каждого, но даже иностранцев, как вот Геродота, вот, а в нижние не пускали никого, то кто здесь имеется в виду, не знаю. Вот, возможно, какие-то там проходили ритуалы, можно предположить, по крайней мере, так. Согласно имеющейся сегодня информации, площадь лабиринта могла занимать от 70 до 80 тысяч квадратных метров. То есть это огромная территория совершенно. Вот. И кажется странным то, что настолько масштабное сооружение, ну, от него вообще ничего не осталось. Непонятно, были ли там какие-то, условно, высокие технологии или что-то еще, то есть как он был сделан, однако вот именно масштабы его, они действительно удивляют и поражают. Но хочется отметить вот такой момент. Дело в том, что обе пирамиды Аменхета III и в Дашуре, и в Хаваре имеют некоторую связь. Дело в том, что обе они возникнуты на мегалитическом ядре. То есть, возможно, вы видели, ну, помните, да, как в Мастабе 17, например, или там, ну, в основном в 17 это ярко видно, что снизу очень хорошо выполнены камеры, большие блоки, подогнанные, вот, коридоры, там, саркофаги, а сверху глиняные кирпичи. И все это выглядит совершенно, ну, как вы видите на картинке, это все недоработанный кирпич, необожженный. Вот, то есть и в черной пирамиде в Дашуре, и в пирамиде Хаваре есть внутренние ходы, которые говорят о том, что Аменемхет III выстраивал это сооружение, если действительно это он выстраивал, на руинах более древнего. И, в принципе, возможно, что... И с лабиринтом произошла такая же штука, потому что если нижние этажи или нижний этаж, о котором говорит Геродот, имел место быть, и он был запретный, да, то священный, то есть божественный, то, скорее всего, ну, это тоже чисто предположение, скорее всего, там тоже могли остаться какие-то следы пребывания предыдущих культур, цивилизаций, которые мы, собственно, ищем. Возвращаясь к дню сегодняшнему, в 2000, ну вот, собственно, это руины пирамиды в Хаваре. Вот видно, что здесь более качественная кладка, и над ней кирпич не обожженный. Это современный вид пирамиды в Хаваре. Вот как считается, то, что примерно здесь мог быть лабиринт, вот от него почти ничего не осталось. Какие-то отдельные куски, и все.
Так, в 2008 году международная группа исследователей под одним из предводителей ее был Луи Декардье. Он по основному своей виду деятельности он художник. Вот, но вот увлекся историей, скооперировался с коллегами из Франции, Бельгии и Египта. Вот, и они провели работы по просветке, по сканированию Земли в районе Фаюмского оазиса. Георадаром они там прошлись, вот, и оказалось то, что не все так плохо, как говорил Питри. Дело в том, что экспедиция Матаха, как они назвали себя, обнаружили на глубине порядка 8-12 метров масштабные сооружения, комнаты, туннели, какие-то массивные стены, вроде как даже колонны. Вот. И самое интересное, то, что они нашли там две камеры, которые ну, очень больших размеров. Там одна от 100 на 150 метров, вторая 80 на 100 метров, примерно такие. То есть камеры огромные. Вот. Соответственно, после того, как работы были проведены, они выпустили статью в научном журнале журнал Национального исследовательского института астрономии и геофизики. Вот, сообщили о том, что это находка мировых масштабов, то, что лабиринт найден, то, что необходимо срочно организовать археологические работы и попытаться спасти памятник, который может разрушаться конкретно сейчас, потому что главная проблема – как считали Луи Декардье с компанией своей, да, то, что высокий очень уровень грунтовых вод в Фаюмском оазисе, и проблема еще и в том, что мало того, что там все это находится под землей, под водой, вот, но вода здесь, она достаточно соленая, то есть гораздо солонее, там, чем на той же Гизе, вот, и, соответственно, сохранность памятника, она еще сильнее ухудшается, когда он там находится. Но проблема в том, что после заявления Луи Декардье, экспедиции Матаха, все работы георадарные и любые другие археологические в Фаюмском оазисе были прекращены. То есть Министерство древности запретило продолжать проводить какие-то работы там, и добро на раскопки не дало. Вот. С 2008 года вот, до сегодняшнего дня продолжают как бы, вот, ребята создавать какие-то инфоповоды, у них есть свой сайт, они делают какие-то фильмы, они делают лекции в Бельгии, во Франции, в институтах выступают и говорят то, что вот беда-беда, что нужно спасать наследие, и они не понимают, почему им отказали, то есть, как я из информации, которую прочитал, понял, то, что какое-то объяснение какого-то толкового они не получили, то есть просто нельзя и все. Вот. В чем вопрос? Могли ли эти руины быть руинами лабиринта? Ну, по большому счету, почему нет? То есть ошибаются все. Наверное, даже и Питри мог ошибаться, хотя заслуги у него, конечно, колоссальные. Вот. И действительно, он считал то, что перекрытие, которое он нашел огромное, это фундамент, а экспедиция Матаха посчитала, что это вовсе не фундамент, а крыша. Крыша как раз второго этажа, ну, подземного этажа. То есть верхний этаж, видимо, был разрушен, а вот то, что было под землей, это как раз этого перекрытия. Результаты геодезических работ, вот, они показали то, что сначала под поверхностью Земли находятся какие-то руины, видимо, греческие, ой, не греческие, римские, вот, а уже ниже под ними находятся вот эти большие сооружения из массивных стен и большими комнатами. Возможно, еще может показаться странным то, что, ну, как под землей, так и большие сооружения, там 8-12 метров. Но мы вот сегодня на этой неделе ходили, да, и были на Гизе. Ну, может, кто-то видел шахты вниз, которые уходят, там порой до 30 метров доходят, пока не так визуально, может, и больше даже. Кто-то спускался в шахту Осириса, где такая же история была, что сначала, когда ее нашли, даже не поняли, что это такое, потом начали откачивать воду, оказалось, что там вниз еще ход огромный, и там саркофаги лежат. Вот, то есть, видимо, здесь нечто подобное могло быть. И с течением времени просто внутри воды поднялись грунтовые, вот, и затопили сооружение, которым там много тысяч лет, потому что даже по официальным данным ему порядка там 3000. Но если рассматривать возможную версию о том, что фараон строил это сооружение поверх другого, то, соответственно, еще больше. Вот. А так схематически выглядит
расположение больших залов, которые нашла экспедиция Матаха. Они сканировали только отдельные участки напротив пирамиды, то есть не всю территорию. И, возможно, действительно площадь его больше. Что касается Министерства древности и почему это все могло запретить? Почему они могли запретить это дело? Вообще интересная штука такая с ними. То есть, когда приезжаешь в Египет, в первую очередь Египет, и ходишь по этим памятникам всем, которые вызывают там удивление, восхищение, я имею в виду политические сооружения вроде пирамид, то задаешься вопросом, как можно не замечать разницы между примитивными технологиями, которые были доступны древним египтянам, да, в классическом представлении нашем о них, и это практически совершенство каменное, когда они там обращались с камнем как хотели, и для них совершенно не составляло там проблем каких-то, видно пока не визуально, да, все это дело вырезать совершенно там невообразимой точностью. И чтобы этого не замечать, нужно, наверное, очень не хотеть этого замечать. И, конечно, не могут не появляться какие-то версии там, с каким-то условным заговором, да, и, кстати, у этих ребят из экспедиции Матаха тоже такие же мысли возникают, что непонятные причины, то есть вряд ли Министерство древности Египта настолько слепо, тот же Хавас, да, когда он возглавлял его, и не понимает разницу. Думаю, понимает, потому что особенности его заявления говорят, что он, скорее всего, в курсе, потому что когда человек говорит на полном серьезе, что он реинкарнация фараона, то, наверное, и при этом отрицает возможность существования каких-то культур или цивилизаций, которые могли больше, чем мы, может быть, даже сегодня. Чувствуется, по крайней мере, какая-то недобросовестность в этом во всем и неискренность. И, в принципе, Хавас, он весьма своеобразная личность. Другое дело то, что в последние годы, особенно после того, как тут случилась в Египте ведь арабская весна, да, после этого пришли исламисты к власти, братья-мусульманы, и уже когда опять власть сменилась, то вроде как начались какие-то подвижки и начали открывать хотя бы условно закрытые сооружения. Я так понимаю, благодаря этому в том числе удалось Сикимхета пройти, на многие другие объекты. То есть, возможно, как-то двигается. И что там за процессы происходят внутри Министерства древности, конечно, сказать сложно. Но если касаться веры, я не верю лично. Ребята, которые работают там, они этого не видят. То есть кто-то, может, действительно не замечает, но какая-то группа знает, что да как, по крайней мере, или как мы, примерно догадывается, да, направление какого-то поиска. И, быть может, если поставить себя на такое место, наверное, не хотелось бы, чтобы возможный выход на какие-то новые технологии, да, и мы предполагаем, что они действительно у той цивилизации, которая строила сооружение, были, давать, в руки каким-то другим исследователям. То есть, если какой-то новый объект возникает, действительно, он какой-то нетривиальный и потенциально может принести какую-то новую информацию о той потерянной цивилизации, то, наверное, в первую очередь самим нужно пролазить, посмотреть, потому что Египет, как я понимаю, сейчас нацелен на какое-то достижение, как минимум, регионального лидерства в Африке, на Ближнем Востоке, и какой-то новой информации, новой технологии, я думаю, не помешали бы. Но это так, из области размышлений, что точно есть, это проблема с финансами, потому что на любые археологические работы нужны большие финансы, и особенно, когда такие масштабные работы по осушению огромной территории и раскапыванию, и тем более консервации лабиринта. Потому что даже если предположить то, что его еще начнут выкапывать, это займет огромное количество времени, потому что видели, как работают ребята, они там вручную носят песок, дают работу исключительно местным и не торопятся вообще никуда. И может получиться так, что откопав это сооружение, да, если действительно лабиринт, даже не важно, лабиринт или нет, это что-то там есть под землей, оно может еще быстрее разрушиться. То есть, возможно, есть банальные какие-то такие причины, которые оттягивают раскопки до более хорошего момента, когда можно будет сразу же вложиться капитально в работы и не допустить разрушения своего наследия, наследия своих предков.
Тем более, ну, вроде сейчас, опять же, власти Египта и Министерство древности, они говорят о том, что они вот хотят, прям хотят больше копать, больше открывать. Вот, что из этого получится и о каких именно объектах идет речь, непонятно. Но, по крайней мере, заявления такие они делают. Ну и третья еще интересная версия, то, что не совсем понятна система ранжирования, то есть какие там объекты первые стоят в очереди на раскопки, какие там вторые, какие третьи. Вот, возможно, где-то здесь в очереди лабиринты есть, но, опять же, из-за того, что есть желание откопать это своими силами и так, всю славу или большую часть славы, да, чтобы досталось конкретно Египту, это все оттягивают. Небольшое отступление там, перед заключением. История с прошлого года, многие были свидетелями ее, связана с нашим походом в гранитный храм возле сфинкса на Гизе. Вот, мы когда-то пришли, с Натальей и с Оксаной начали мерить блок в начале гранитного храма. Вот, приложили линейку, я снимал, вот, то есть ничего такого криминального не делали. К нам подошла девушка, достаточно эмоционально сначала сказала, то, что здесь ничего нельзя мерить, вот, вообще никак-никак. Мы сказали, что мы сейчас заканчиваем все, потому что занимало буквально там, не знаю, ну минуту, полторы максимум, даже это много, наверное, сказал, минуту. Приложили, посмотрели размер, вот, сравнили там ровность, неровность, вот, и все. Вот, ей наше поведение не понравилось. После чего мы пошли по гранитному храму, и там была такая тема, что наверху, где блоки перекрытия стоят, там сидели рабочие и замазывали щели, замазывали всякие трещины, может, что-то еще. Вот, такой вот своеобразный, не знаю, археологический вандализм, мне кажется. Вот, потому что никаких помечаний о том, что они делают, не было. Вроде кажется, что необходимости такой не было. Но факт в том, что внешне, конечно, памятник портило. Ну и лазят они там, и лазят. Мы проходим, своими делами занимаются, они нам не нужны. Мы снимаем залы, снимаем колонны, вот эти вот блоки. Вот. И уж собираемся выходить по коридору к сфинксу, и нам навстречу вылетает женщина. Вот. И начинает очень-очень эмоционально ругаться. Вот. Начинает все с того, что... Она говорит, что мы не имеем права на съемку, хотя там никаких запретительных табличек не указано, да, что мы не имеем права снимать, что у нас нет разрешения снимать рабочих египетских, которые замазывают там стены какие-то. Когда мы сказали, что нам они вообще не нужны, они говорят, все равно, они попадают в кадр, вот, вообще нельзя-нельзя. Вот. Ну и вроде как странно такой был посыл. Вот. И мы что-то там упирались, немножко спорили. Она начала требовать наши документы, в ответ мы просили ее, она начинает показывать карточку Министерства древности, то есть она какой-то чиновник от археологии. Вот. И такой небольшой скандальчик, он разгорается, и вот в порыве эмоций она говорит, что вы вообще не имеете права никакие здесь работы проводить, даже самые элементарные замеры, даже линейкой. Вот, это только прерогатива Египта, и вы только должны получать разрешение, и все. Ну, то есть такая позиция, не совсем понятно, тут можно, конечно, сделать скидку о том, что она завелась, то, что там эмоции, все дела, злость там появляется, и ляпнула чего-то не того. Вот, а может быть наоборот, может быть она сказала то, что как бы не очень принято высказывать туристам и вообще людям, которые не получают соответствующее разрешение от Министерства древности, то что они не имеют права ничего здесь делать, и, по сути, никто. Это странно, и это, наверное, возвращает опять к вопросу, к первой самой версии, да, такой немножко с теорией заговора, который мне вот лично вообще не нравится, и пытаешься, когда все время смотришь, изучаешь, от этого все время уходить, но так или иначе, вот какими-то вот путями все возвращаешься к нему, потому что, ну, слишком много всяких «но» появляется. Вот. И суть в том, то, что складывается ощущение, то, что есть большое сопротивление по исследованиям древних памятников. Вот. Насколько оно оправдано, не оправдано, не знаю. Возможно, кто больше меня в Египте был, кто больше Диму изучал, как-то этот... могут больше по этому поводу сказать, но вот мне по внутренним ощущениям кажется, что есть какие-то открытые вещи, да, которые, ну, банально нельзя закрывать, ну, попробуй, закрой сейчас пирамиду Хеопса, скажут, вы что вообще? Ну, то есть, есть какие-то там реставрационные работы или что-то еще, но, во-первых, это деньги, во-вторых, она настолько знаменитая, и не пускать туда никого, это было бы странно, к тому же непонятно, что там искать. Они и так бегают, там стараются
помешать съемке, помешать там каким-то замерам. Вот. А есть огромное количество сооружений, по-видимому, вот мы видели и в Сакаре, и на Гизе, которые закрыты, которые то ли вообще не раскопаны, то ли закопаны, раскопаны, потом закопаны. Что-то внутри лежит там, какие еще могут знания находиться, непонятно совершенно. Вот. И Египет, несмотря на то, что это бы теоретически могло принести большие деньги в казну, не спешит открывать их, не спешить какие-то организовывать туристические потоки. И, допустим, ну, можно было даже увеличить переход денежных средств, банально разрешив там съемку официально в Каирском музее вот, на каждом объекте. Я думаю, люди бы платили бы деньги, и это гораздо было приятнее, чем слушать, как тебе постоянно на ухо там шепчет, что ему бакшиш нужен. Вот. Но это так, это скорее додумки. Что касается, наверное, вообще подытоживая весь рассказ с лабиринтом, по моему мнению, действительно, это лабиринт. Как вот, ну, возможно, это не в таком понимании, что это лабиринт, как мы его представляем себе, да, какие-то ходы, но это именно то сооружение, о котором писал Геродот, о котором говорил Питри, да, и что ребята нашли именно его. То, что, в принципе, это, наверное, какое-то рано или поздно, я уверен, что это будет археологическая сенсация. Вот. Вопрос, что там найдено будет, возможно, и мало чего. Кроме стен, скорее всего, ничего там не сохранилось. Хотя по информации, которая вот дошла до нас от древних источников, там было большое количество не только захоронений, не только каких-то культовых сооружений, текстов. Ну, говорят, то, что там хранились какие-то записи, что стены были исписаны текстами, непонятно о чем вообще. Вот. И, ну, если предполагать, да, что ДВЦ была, и что это сооружение может относиться именно к плодам их рук, то, скорее всего, это как раз там могла быть какая-то тоже информация. Вот Ондрош вчера рассказывал про возможные там места, где хранятся там книга Имхотеп, да, ты говорил, по-моему. Вот. Не уверен, что это, конечно, там, но могло, по крайней мере, там быть. Кто-то даже говорит о том, что именно в этом месте в какой-то момент начали, ну, такой зал правления был, и фараоны именно управляли страной именно оттуда. Но это такая информация непроверенная. Ну, суть, в общем-то, в чем? Что в археологии, в истории, как на любой другой науке, есть ряд тормозящих факторов. Объективных, субъективных, они есть и все. То есть есть какая-то господствующая парадигма, господствующая точка зрения. И если ты, условно, не в тусовке, то поменять ее очень сложно извне. Вот, то есть вот... Я знаю, что многие считают, Андрей Скляров тоже так считал, что парадигма сменяется с тем, со временем, то есть когда носители какой-то уходят, да, и приходят на ее место какие-то там более новые люди, молодые люди с новыми взглядами, с новыми идеями, и только тогда может поменяться все. А пока вот такое закрытое сообщество, куда можно долбиться бесконечно, вот, и тебе отворот-поворот будут давать, потому что, ну, даже действительно объективно можно понять, что если люди там всю жизнь прожили и трудились, там доказывали какие-то вещи, а потом кто-то приходит и говорит, что да, вы тут не правы, и, конечно, он пошлет. Ну, чаще всего, да, человек подумает, что зачем мне это надо. Вот, я свою жизнь доживу, как-нибудь вот, буду заниматься тем, чем уже привык. А тут, получается, все, что он делал, коту под хвост будет идти. Ну, не каждый с этим готов смириться. Можно понять, по крайней мере. Вот. Но при этом такой подход, он, во-первых, не очень научный. И, в принципе, в науку закладывается, наверное, как один из главных факторов. Это фактор сомнения. Вот, и критического отношения даже к собственным исследованиям, но, как мы видим, не всегда это, вернее, часто даже не срабатывает. Вот, и ученые-мужи в том числе, они так костенеют, и иногда это начинает напоминать какие-то даже, ну, почти религиозные верования, именно в плохом смысле этого слова, когда какая-то информация должна восприниматься как аксиома и бездоказательно. Вот, и на мой взгляд, что пока... мы не научимся какой-то объективности, честности по отношению к себе, по отношению к тому, что мы делаем, то наше развитие, оно будет напоминать, наверное, поездку велосипедиста, который сам себе палки в колеса вставляет, падает, а потом удивляется, почему ему откатывается назад, ему приходится опять наверстывать, и он сталкивается с такими сложностями, с которыми, в принципе, и сейчас вот столкнулась наша цивилизация. Ну, пожалуй, все. Спасибо за внимание.
Сереж, вот этот НФЛ, он находится 300 километров, да, Ондраш, от Каира? Ну, примерно, да. Там. Оазис вот этот. Там, да, Фаюмский? Мы почти были там вчера. Фаюмский? Там Мейдум. Да? Мейдума там. Недалеко, там, да? Это не там, где, скажи, Македонский был у Оракула? Нет. Ну, я это вяк скажу. Про лабиринт, вот из, наверное, из известных авторов многим писал Иван Ефремов в своем романе. Вот, он лабиринт описывал. Ну, естественно, тоже описывал как художественное произведение, то есть он представлял какие-то там, что там происходит. И вот откуда о нем могут слышать люди, которые не знакомы, не стараются интересоваться археологией, как раз из его романов. Римские постройки тоже были. Да. Более поздние они там были, постройки, да. Просто под таким слоем песка 10 метров, да, ты сказал? 8-10? 8-12, да. Если при Геродоте, ну это 500 лет там, до нашего... Ну, Геродот сам ездил, он видел глазами 500 лет, потом римляне чуть позже, то есть люди еще видели, и потом за это время... Геродот, как он сам говорит, был только на верхнем уровне, то есть уровень, который был над землей. То есть лабиринт же, опять же, по сведениям Геродота, уходил еще ниже. То есть основные ходы, вот эти вот важные, возможно, там религиозные или какие-то еще культовые, да, они были именно под тем сооружением, которое было на вершине, где был Геродот сам. То есть тут удивительного ничего нету, и, скорее всего, вот эти сооружения, они как раз именно вторым этажом, ну, подземным этажом являются. То есть верхний разнесли, возможно, и нижний тоже растащили. То есть его уничтожили там где-то на рубеже нашей эры, вот, и за предыдущие, ну, последующие века там постоянно таскали оттуда чего-то. Вот, и если там какие-то артефакты были, скорее всего, их тоже утащили оттуда. Вот, но именно вот нахождение такого масштабного сооружения, мне кажется, это само по себе важно, тем более там вот пишут то, что какие-то совершенно колоссальные монолитные перекрытия там были, вот там чуть ли не по 100 метров, вот, из единых плит. Ну, это, честно говоря, с трудом представляется, вот, насколько это правда. Но действительно так окажется, ну, какие вопросы такие египтянам могут быть, как они могли такое построить? Ну, тут вообще никаких вопросов не должно было быть. Не должно в будущем бы появиться, если это окажется верным. Вот. А в плане того, что под землей находится вот сооружение на такой глубине, ну вот мы были в Серапиуме, там примерно такая же глубина, плюс-минус. А сканировали ли они другой берег? Нет. Канал. Ну вот, да, каналы они сканировали, вот смотри, вот они. Вот канал, да, справа и слева они сканировали, вот эти два момента. Ну, это тогда говорит канал, согласно вот принятой истории, он называется Бах-Юсеф. Его просто не могут перекрыть, поэтому и не копают. А, ну вот, видишь, да. Это единственный канал, связывающий с Фаюмским Касар-Каром, ну, короче, с озером, который есть в Фаюмском оазисе. Это единственный источник. Его если перекрыть, ну, это будет беда там для орошения и все такое. Это нужно новый. А ну, если там Геродот был, во время Геродота это уже этот канал давно был там. То есть во время Геродота пирамида должна была быть заброшена уже. Ну, конкретно заброшена и, наверное, разобрана. Пирамиду логично этот, кто там строил или достраивал, ну, Аминухет III, если он сверху это строил, он, соответственно, не мог строить, использовать его, если рядом канал, так как внутри затоплено. До сегодня никто не видел, как выглядит пирамида внутри, кроме Петри, который его описал. 2 года тому назад французы запускали туда подводного робота внутрь пирамиды, но он дальше не мог пройти, там прошел буквально там 3-4 метра, после одного поворота там уже грязь. Стоил и не давал. Поэтому больше похоже на то, что да, это от более древней цивилизации, мне кажется. Ну и ядро пирамиды тоже. И Геродот, сооружение осталось под землей, поэтому оно разделено. Когда канал прорыли, они разбили половину сооружения, ну, по центру. Mm-hmm. Они же не знали, что там уже тогда, которое Среднее Царство, вроде в Среднем Царстве это делали канал. Значит, они не знали о том, что там что-то есть, вероятнее всего, так как они бы канал не проложили бы.
Ну да, потому что монолитным был. Ну, в смысле, монолитным, а единым сооружением. Вот сооружение, там даже если подойти к каналу, там видны большие блоки на берегу. И с той стороны, и с этой стороны. Часть, причем там очень много кварцита. Вот конкретно кварцитовых блоков, перекрытий, части колонн и гранитных. Поэтому, наверное, вот во время Геродота это уже было каким-то там священным местом, и кто-то сверху построил. Ему уже сказки рассказывали о том, что снизу что-то есть, а он видел верхнюю часть уже какую-то частичную, кто-то пытался что-то сделать. Ну, он, собственно, об этом и пишет, то, что да, то, что про нижние слои, вот эти вот этажи, ему рассказывали сказки, то есть он только слышал от третьих лиц, а сам только наверху был. Да, он говорил, что он был только наверху, а внизу он не был. А канал он написал? Про канал не пишет. Тут нужно, наверное, вот изучить. Канал. Может, я ошибаюсь, но я так помню, что его где-то в Среднем Царстве, позже его прорыли, этот канал. Могу ошибаться. Могу путать. Но если бы там был святой лабиринт, а разве они копали бы его там? Да почему нет? Они могли не знать. А могли не знать. Могли не знать, что это знанию. Засыпано. Если по незнанию, да. 8-10 метров слоев, они могли не знать вообще об этом. Да даже если знали, могли покопать. Если им хватило ума разрушить все это дело, почему нет? Там. Наверху точно разобрали, там очень много фрагментов под колонной. Наверху там, да, там поле практически сейчас уже. Да, поле. Да, есть да. Очень много. Я просто когда там первый раз был, я не знал вообще о лабиринте, я только о пирамиде знал. Я сзади с деревни проходил через все это, весь этот лабиринт по пустыне. Потом мне сказали, что я прошел по лабиринту. Не провалился. Вот. Там очень много курган. Там еще от петли осталось, вот там. Нет. Ну, то, что последнее было, вот этих французов пустили туда с подводным роботом. А версия, что другая пирамида, Хета, прорабатывалась где-нибудь? Не копал никто. Потому что и две, угу. И рядом с черной пирамидой, где мы сегодня были, теоретически тоже может быть лабиринт. Тем более, что там недалеко, недавно была открыта граница странная, в которой тоже все пусто было. И там нет канала. Ну, это на потерянной пирамиде. Ну да, вот эта экспедиция Матаха, она именно базировалась на выводах Питри, а Питри решил то, что он лабиринт нашел, несмотря на то, что хотел не найти его там. Правильно было бы поискать и там, и там. Еще вопросы? Я просто слушал с вчерашнего такие ассоциации. Полторы тысячи комнат внизу. По сведениям историков. Вполне вероятно, могло быть 1460 комнат по числу лет Великого года Цотиса. Если это так, например, то не могла ли это быть просто какая-то на нашем языке Академия астрофизики или астрономии? Если нет, то какое вы видите предназначение этого времени? Ну, с конца начну. Я понятия не имею, что у него за предназначение, какое это же за сооружение. Если предполагать, что это что-то ДВС-шное, то почему бы не технологическое, опять вроде напротив пирамид. Там, конечно, они там не пирамиду строили, ну, не знаю, в общем, тут сложно говорить о том, что ты как бы не видел никогда, и даже вот, даже примерно сложно представить, что внутри было. Вот, а по поводу того, что там находилась какая-то Академия наук или что-то еще, ну, вот историки пишут, то, что там какой-то культурный центр был. То есть туда свозились или там воссоздавались, не знаю, какие-то вот труды литературные, какие-то эти религиозные и прочее. То есть там было такое некоторое, вроде как, хранилище знаний такое, ну, условно. Вот. Об этом пишут, да. То есть если верить им, то да, это было каким-то серьезным таким культурным центром, научным или научным, не знаю, но учитывая то, что религия в Древнем Египте, ну, как и у многих других культур, она часто с наукой была связана очень близко, то можно сказать, что и научная, наверное, тоже. А предназначение без понятия вообще, без идей. Это не у них там был оракул, нет, Андрюш? Нет, там в лазе силы. А, понятно. Потому что, видишь, такой центр, и там и наука, и религия, и все там. Кто-то должен был там возглавлять какой-то человек. Спасибо, Сережа, спасибо.
Дорогие зрители, наши новые видео раньше всех смотрите на sponsor.ru, ссылка в описании. По подписке также доступны некоторые наши видео и фильмы, которые никогда не выйдут на YouTube.